Привет, народ. Ой, черт. Как давно я здесь не был. 100 лет я не был в Перископе. И вот народ пишет мне привет. Привет, как дела? Да-да-да, всем привет. Мы в Краснодаре, здесь жаришка. Как говорит ресторатор, жаришка. Нормально? Так, привет. Здорово, ребят написали. Такой няшка, спасибо, спасибо. Как я? Я отлично. У нас Лики Смерти тур продолжение. Отыграли Челябу и Екатеринбург. Сегодня у нас Краснодар. И будет очень круто. В Челябинске, да, в Челябинске я посломился даже с нашими слушателями. Очень крутой концерт был. Спасибо им за это. Так, что-то так. Так много пишут, что я не успеваю, я еще и иду. Я знаете, как телки не умеют курить и идти, они только стоя курят, а я так не умею, короче. Читать и идти. Так, что там у нас? Так. Спасибо. Да, спасибо. Че, народ, кто сегодня в Краснодаре придет к нам на концерт? Да? От Гарри Топора вам привет. Вам привет. Это вранье. Смотрите, с нами PLC. Салют. Увидите тоже. Как спецгости у нас на концерте. Это смешная шутка. Олег PLC с нами. В Краснодаре очень круто, очень тепло. Остался бы и здесь жить на самом деле. Воронеж, да, скоро через 2 дня или 3, кто там у нас? Завтра Ростов. Послезавтра вроде Воронеж, да? В Геленджике понравилось ли мне в том году? А когда я был? Я был в 14-м вроде, да? Позапрошлом году, получается. Да, очень круто, только искупался там и подхватил какую-то палочку, срался и блевал. Потом сутки, наверное, 2 суток. Но это, я думаю, нормальная тема. На русском юге подхватить палочку, это, в принципе, хорошо. Смотрите, он там идет. Юшкевич тоже. Его сегодня тоже увидите на концерте. Сегодня мы полной бандой. Так, качество не из лучших, да, согласен, качество не из лучших. Пойдем покурим, я не курю. Смотря что, ничего не курю. Так. Почему мы не приедем в Украину? Ну, в Украину пока что не получается, там же проблемы со въездом. Пока там творится не очень хорошие вещи. Мы вроде пока туда не собираемся. Следующий концерт в СПБ будет осенью. И это уже будет презентация моего альбома сольного, который выйдет 8 сентября. 2016 года. Где топор? Топор вот. Идет с PLC со своей супругой. Тверь ждет, да? А кто придет в Твери-то? Кстати, приходите, а что у нас там осталось-то? Ростов, Воронеж, Курск, Тверь, Тула, Архангельск, Мурманск и Красноярск. Кстати, в Красноярске это будет наш 100-й концерт. Ох, мы там оторвемся. Там будет очень круто. И кто попадет на этот концерт, то, блин, красава. Когда ты шел к нам. Благодарю тебе. Да на концерт не могу по себе на финансовую. Всем приветствую.
бассейна финансовым обстоятельствам. Нет, можем не успеть. А? А успеть куда? Я видел, задумываюсь, зашел, захожу в Инстаграм, увидел фотку и понимаю, что это рядом со мной. Ты в Перископе в прямом эфире. Можно фото? Да, конечно. Давай. Кого-нибудь можно попросить? Давай. Можешь поговорить с ней пока. Да, да, чем мне с ними говорить. Привет, ребят. Так, как эту штуку сделать, чтобы развернуть? Два раза на экран. Там на кнопочку несколько раз. Ну да, вот. Потому что я по звуку слышу, что что-то падает. Ну что тогда попадет? Вообще. Спасибо большое. Ну. Давай. Все. Спасибо. Ну все. Слушай, я, получается, станция спокойно. Красава. 11-12 год. Хороший вкус. Давненько. Ровно год назад, кстати. Вот так вот. Гуляем по Краснодару. У вас тоже есть шанс поймать нас. Мы идем по... А что это такое? Что это за парк? Красная улица. Это Красная улица. Почти как улица Красных Фонарей. Только без шлюх. Жаль. Вове, привет. Вован, тебе привет. Что у меня за телефон? У меня iPhone. Видимо, такое качество у айфона дерьмовый. Вот так вот. Давайте три вопроса. Я. Нет, я говорил. Пароль есть для одного человека. Да, короче, ты его узнаешь. Короче, давайте три вопроса. И я отключаюсь. Ну ты че о чем говорил? Ну я тебе понравился. Так, так, так. О, Новиков, Новиков, привет. Я знаю, что Новиков антифа, кстати. Вы знали об этом? Фит с царем будет? Ну, как сказать. Мы общались с ним, но не скажу насчет чего. Но это будет интересно. Это будет очень интересно. Сейчас, кстати, снимаем еще и светского раута ходим. А интернет, наверное, сдох, да?